Ну что же, всем добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые любители футбола и российского футбола в частности. Я вас приветствую из города Жигулевск, где сегодня на стадионе «Кристалл» в рамках 23-го тура МЛБ первой лиги сезона 23-24 встретится команды «Акрос» город Тольятти и «Сокол» город Саратов. Такое вот у нас волжское дерби. Немножко в разных, на разных, точнее, лучше так сказать, полюсах турнирной таблицы находятся команды. «Акрос» сейчас одна из тех команд, которые борются за повышение в классе, за выход в российскую премьер-лигу. Ну, а «Сокол» сейчас выходит так, что борется за то, чтобы остаться в этой самой МЛБ первой лиги и не вылететь во вторую. Ну, об этом, естественно, мы еще поговорим. Это не первый на сегодняшний день матч. Сегодня понедельник. А вот тут сейчас есть возможность для прямого удара. Ну, вот это, конечно, не сильно, но, тем не менее, статистику зайдет. Твоих рассказов я так четко сейчас не вспомню. А вот момент опасный. Вот здесь вот, смотри, хороший удар. Понсе там мог подправить мяч, немножко не получилось. И это был именно удар от Артура Данилин. Мяч под левой ногой. И какой удар там в ближнюю. Мяч полетел. Но вот тут все, Петр Косаревский контролировал. Что было придумано саратовцы? Наверное, Бабаев. Наверное, штрафную площадь. И удар, и Сергей Волков дотягивается и спасает свою команду. Смотрим на повторе. Каким же чудом там просто Сергей Волков сейчас дотянулся. Ну, браво. Тут, знаешь, как говорил еще мой тренер, оба молодцы. Внутри штрафной площади. Это тоже немаловажный фактор. Сейчас навес. Понсе! Передача от Савичева. Вот Понсе с разворота падает. Ну, для Косаревского это оказалось достаточно легкой задачей. Ну, на самом деле, хватит точно. Забили с мячом. Мимо Гудкова мяч проходит. Савичев. Прострел. И вот тут вот опережает Косаревского. Понсе. Прибежал там что-то Петр сейчас к Андерсу. А вот эта стычка, смотри, вот это пожарище. Вот это огнище, да, вот в воротах сейчас. Понсе красно. Так, а кому красно? И Косаревскому красно. Вот смотри, передача в штрафную площадь пошла. Вот тут, ну, доиграл до конца Андерс Понсе. В чем проблема? Но не понравилось это голкипру Сокола. Мы от Алексея Анатольевича Баги что и услышим довольно интересное. Возможно. На пресс-конференции. Возможно, здесь передача в штрафную площадь, падение и пенальти. Ну да, Гудков, в принципе, правила-то и нарушал сейчас. Полиенко, либо Косаревский. Разбег. Удар. И... как же сейчас обидно за Петра Косаревского. Пусть это будет кинематографский штамп, но голову в раздевалку. Смотри, как же обидно должно быть Петру Косаревскому за этот пенальти. Угадал. Даже дотянулся до мяча, коснулся его рукой своей правой ладонью. Но этого было недостаточно в центральный защитник саратовской команды. Бабаев с левой ноги. Вот это сейчас было хорошо. Да, Владимир Азаров. Передача в штрафную площадь. Сюда, поворотом. Идет Сергей Волков. Не стал мяч ловить. Интересно. Бавто, смотри. Нет, в этот раз... что за аттракцион невиданной щедрости сейчас? И продолжается, кстати, он. Вот это да. Что за секунды просто мы с вами видим. Удар с левой ноги. 2-0. И показывает всем, что нужно немножечко тишины сейчас. Кирилл Данилин. Ну что было? Почему-то не стал сближаться с Косаревским. Как здесь Петр-то ошибся? Ну что ж такое-то, а? И вот тут тоже. Амир Батырев. Ну просто вот эти сколько там? 20 секунд, наверное. Эпизодов и гол. Да. Думаю, что во многие... в любом случае, уже можно, наверное, точно... А вот и все. Вот и все. Поздравляем Тольяттинский «Акрос» со второй победой подрядой. Немножко, видите, начал даже заговариваться после такого